Шеф-повар Максим Григорьев. Вареники с маком. Предлагаю вашему вниманию очень вкусное блюдо украинской кухни – вареники с маком. Блюдо готовится со сладкой начинкой и подается на десерт. Подавать такие вареники можно в нескольких вариантах – со сливочным маслом и сметаной, с медом, со сладким ягодным соусом. Готовятся такие вареники на тесте, которое заваривается на молоке и сливочном масле. Вареники получаются очень вкусными, рекомендую попробовать. Время приготовления – 1 час 20 минут. Ингредиенты – тесто. Масло сливочное – 50 грамм. Молоко – 250 миллилитров. Мука пшеничная – 2,5 ст. Соль – 1 щепотка. Ингредиенты – начинка. Масло сливочное – 50 грамм. Молоко – 250 миллилитров. Мука пшеничная – 2,5 ст. Соль – 1 щепотка. Изюм темный – 4 столовые ложки. Мак – 1,50 грамм. Сахар – 3 столовые ложки. Шаг 1. Для работы нам понадобится заварное тесто для вареников на молоке и сливочном масле, мак, изюм, сахар. Шаг 2. Изюм перебрать, промыть и залить кипятком на 5 минут. Просушить. Шаг 3. Мак залить кипятком. Настоять 30 минут. Отцедить от жидкости и 3 раза пропустить через мясорубку. Шаг 4. Соединить подготовленный мак, изюм и сахар. Шаг 5. Тесто раскатать толщиной 2 мм и стаканом вырезать кружки. Шаг 6. На середину каждого кружка выложить 1 столовую ложку начинки. Шаг 7. Сформировать вареники. Шаг 8. Отварить вареники до готовности, после всплытия варить 2 минуты при слабом кипении. Вытянуть вареники с помощью дуршлага и сразу поместить на сковороду с растопленным сливочным маслом. Перемешать. Подавать сразу же. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.